Всем привет, привет, привет! С вами ваш великолепный сынулька красотулька. По нашей традиции я буду читать ваши комментарии, дорогие зрители. Читать я буду про помидорки, которые собирал, зеленые помидорки снизу, которые уже на земле лежали. Сколько не обвязывал, не привязывал их, они все падали, падали. Тянулись к земле. Так. Сейчас я здесь настрою. Велопуть пишет. Кошку и то на привязь посадил. Не свои, так чужие. Все позагадили на участке, не переживай. Это специальная шлейка для кошек. Велопуть, Анюшка погуляла. Лена Панова пишет. Свои помидорки отлично. Спасибо, Лена, всегда за поддержку. Любовь пишет, хороший урожай, а почему крупные не оборвал? Но обычно говорят, что крупные невкусные кислить будут. У нас же конкурс скоро будет, помидор, по-моему, в самом конце августа, почти через месяц. Может, вдруг какая-нибудь помидорка килограмма на полтора будет. А если честно, Любовь, пусть растет. Пусть растет, пусть краснеет, и большие помидоры так можно кушать, либо что-то с них делать. Габриэла Молодоженова пишет. Ждала объяснений, зачем ты это делаешь, так и не поняла. Зачем снимать помидоры, когда впереди еще месяц лета? Интересный вопрос. Я также гуглил, читал информацию, читал по книжкам, а вы еще знаете, супер-мега-огородопрофессионал. Я хоть и знаю, что надо обрывать пасынки, там, вот это все остальное, чтобы наливались плоды. Вот в чем смысл. Когда я пасынки не обрывал, они разрастались. Они также начинали свисти, и на них появлялись тоже помидоры. И просто растений не хватает, чтобы помидоры краснели. Ну, не хватает вот этого налива. То есть я читал еще давно, что само растение, да, кусту надо много сил, чтобы помидор стал красным. Вот так. А так как там на каждое довольно приличное количество помидор, лучше убрать нижние. Тем более некоторые к земле уже. Часть прям на земле лежала, сколько бы ни подвязывал. Ну, я это и сделал. Дойду, дозреет. Кстати, получилось полное 15-литровое ведро. Светланка Прыгина пишет, вот говорили тебе, посынку обрывай зелень лишнюю, теперь горох собрал, мелочь, неумный. Нормальная, в банку влезет, ладно. Да что им будет, дойдут они. Видели вообще помидоры черри? Они вот такие мелкие, уже красные. Все дойдет. Ольга Виноградова пишет, о, великий сынуля, почему не показал, сколько сосед собрал помидоры, каких спелых красных или таких же зеленых. Да у соседа вообще маленькие помидоры. У соседа вообще маленькие помидорки. Арес пишет. Отличная работа, так держать. Спасибо, Арес. У меня, кстати, ночь. Кто-то кашлял. Ольга Слетова или Слетова пишет. Ой, неумный. Я умный мужик. Мужичок. Так, что-то у меня здесь мышка зависает. Ольга Слетова пишет, смотри как надо. Ну, я из интернета тоже могу любую фотографию вам привести. Красиво помидорки висят. Ну, что-то мелкие какие-то. У меня вот такие помидоры. Ой, опять шея затекает. Оля, а нет, это действительно от Ольги. Прошу прощения, Ольга Слетова. Если бы вы, конечно, бы меня не оскорбляли, я же вам плохого ничего не сделал, но это действительно, я так понимаю, ваши фотографии. Красиво висят помидорки. Гроздами. Но они тоже не крупные, по-моему.
крупненькие. Мелковатые. Мелковатые. Ну, спасибо за картинки. Действительно, это ваше. Да, без задней мысли, пусть урожай будет хороший, пусть помидоры краснеют. Я без хейта, без всего. Правда говорю. Микуха Коляныч пишет, горький огородник сдулся, да уж, самый главный умник из умников. Юлия пишет, помидоры посадил неправильно, расстояние между ними должно быть больше. Дом закрывает с одной стороны солнце, у вас что, земли не хватает? Побрезал ближние ветви и листья, зачем рвать зеленые помидоры? Горе от ума. Юлия, смотрите, когда июль и июнь стояла жара, а помидоры не сгорели. То есть у нас было такое солнце яркое, если постоянно были бы они на свету, они могли бы совсем зачахнуть. То есть сильно много жары, света не надо. А там тенек, потом солнце выходит, им хорошо. Елена Дурнова пишет, листья нижние обрежьте. Хорошо, Елена Дурнова. В записке дегустатора пишет, обычным растениям не хватает сил накачивать все помидоры. Как? Ну, наливать все помидоры. Каким это обычным растениям положено чем-то накачивать ваши помидоры? Необычные хватает? У вас там мак, что ли? Нет у нас мака. У нас ничего такого нет. Ира просто пишет, какой же ты все-таки вредный до ужаса, непробиваемый, все через пятую точку. Да не вредный я. Я помню, Ира просто, когда я высаживал помидоры, у нас 2 недели стояло +2 ночью, пар изо рта шел, дуборезка стояла. Притом поголовно все хейтеры писали, все помидоры загнутся. У меня выжил даже под корешок обломленный помидор. Сейчас и светет, и помидорки на нем, и пышет, и лелеет. Столько кричали, сади в теплице, обрывая. А по большому счету, знаете, там сколько помидор, я прикинул. Там будет еще целый полный с горстей тазик. Представьте, вот это здоровый тазик. Там еще и висит 25 литров. Вот так. 15 литров, ну, 15-литровое ведро сперва мама пересыпала поглядеть. Как раз в красное будешь снимать? Я говорю, да я уже снимал, говорю, тазик и что. А потом она в темное место разложила помидорки. И там еще висит 25. Того не меньше, ну не меньше с 9 кустов, 10 кустов, не меньше 35-40 литров помидор. Куда их? Солить что ли? Есть такое выражение. Кто-то засаживает все помидорами по 100 кустов, по 150. А что с ними делать-то? Я понимаю, если не урожай. Многие кричали, вспомните, ни помидорки, ничего не будет. А там внутри я оставил крупное, пусть они не дозревают. А насчет конкурса я, конечно же, смеюсь, если быть более серьезным. Но мне хочется вырастить пока за весь август какие-нибудь крупные помидоры, действительно. И показать действительно, нате вам вот такие помидоры, кто не верит, кто содержит свои помидоры в теплице, а не в открытом грунте, в песчанике, а в глине. Что-то как-то стереотипы ломаются, все многие кричат с каждой, простите меня, колокольни. Помидоры хорошо растут только в теплице. Да не тут-то было. Пасынковать их надо. Да не тут-то было. Я к чему склоняюсь, действительно, я замечаю, что верно убирают часть помидор. Это мое мнение просто. Потому что действительно я вижу, что растению тяжело наливать сами помидоры. Тяжело. Им надо наливаться, наливаться, наливаться. А если там на каждом кусте много помидор, то неплохие помидоры, почему вы так судите? Собрался нижние. Крупный оставил. Ира просто пишет, какой же ты все-таки вредный. Это я уже читал. Я не вредный. Я нормальный. Так. Я не вредный. Я нормальный. Так, Галина Серина пишет.
Не позорься, это не урожай, это ерунда. Сосед тебе сказал, сколько собрал? Меньше, он сказал. Кстати, сосед к забору подходил, пока я помидоры собирал, я ему там машу, говорю, я снимаю. А он плакался, плакался, видел, сколько помидор. Сосед из соседней улицы. Так, сейчас защитники набегут и начнут защищать богатого урожая. А что, плохой урожай, что ли? Не хуже, чем у других? Татьяна Ф. пишет, зачем вырывать зеленые помидоры? Правильно тебе написали, еще целый месяц лета, и не факт, что они у тебя покраснеют. А если покраснеют, то будут уже вялые и невкусные. Всему свое время. Татьяна Ф., спасибо за комментарий. А Светлана Барышникова пишет, а где грядка красивая, ухоженная? Так у меня все грядки красивые, ухоженные. Грядки ухоженные, помидоры не ухоженные. Они, кстати, вы заметили, помидоры такие же обросшие, как сынка. Все в меня. Но растут. Так, Лариса Иванченко пишет, тебе, Игорь, в политике подаваться нужно с такой уверенностью. Вещаешь о том, о чем совсем не знаешь. Взял помидоры, сгубил, еще и получает. Никого я не получаю. Я просто делюсь своим мнением, как получается у меня. А в политику я не лезу. Там хорошие люди находятся в политике. Туда я не лезу. Зачем? Там самые лучшие люди. Нелли Февралева пишет, весь вкуснятину помидору сожаревшую скушту. Чего? Не понял. А Стася пишет, а ты откуда знаешь, какой урожай собрал сосед в теплице? Так он за забором стоял. Он ждал, пока я соберу. Но это уже за кадром. Так, что в щель в заборе подглядывал или на крыше в бинокль высматривал? Бедные соседи, достали же им такое соседство. Да соседи радоваться должны, что мы спокойные. Не пьем, не бегаем, матом не ругаемся, по соседям не стучимся. Музыку до 5 часов утра не слушаем, не дебоширим, нигде не это. Мы семья золотая, таких соседей, как мы. Мы просто сидим, все дома живем, да и все. Никому не докучаем, никому не это. Елена Артемьева пишет, зачем мелочевку-то собрал? Они бы еще росли. Сопит, кричит, а вверху оставил. Нам теперь каждый день будет показывать. Конечно, Елена Артемьева, каждый день. Ведь сейчас же огород, огородная тема. Конечно, Елена Артемьева. А кто о чем пишет? Мдя. Сочту за поощрение. Поощрение. Так. Виктор Николаевич Завгородний пишет. Игоруша, ты лицо попроще сделай, тебе не идет. У меня и так простое лицо. Нормальное лицо. Чем мое лицо вас не устраивает. Марина Погольская пишет. Игорь. Поздравляем вашу семью с праздником, мирный день. Здоровья вам, всем удачи, берегите себя. Мама сегодня говорила про мирный день. Марина Погольская, спасибо большое. Вам тоже всего самого отличного. Наталья Шишкина пишет. Цирк скоро нас ждет с запеканкой из зеленых помидор. Точно! Готовим ручки и блокноты. Кстати, сортов уже много помидор. Есть и зеленые уже, которые можно есть. Помидоры. Вообще много сортов различных. Марина Погольская пишет, нюсшая красотка, всегда радужка. Да, мы гуляем с ней. Наступило время урожая, пишет Марина. Спасибо. Марина про помидоры пишет. 19 лет закатываешь глаза, 35 помидоров. Угу. Марина пишет, молодец, Игорь, спасибо. И стихи от Марины. Пусть Илья Целитель бережет ваш дом, мирно вы живите под его крылом. Мы желаем лето теплое продлить и всегда здоровым и счастливым быть. Спасибо, Марина. Марина пишет, лайк, поддержку канала, спасибо.
Лидия Казьмина пишет: весь ролик помидоры собирал, мелкие ободрал, подросли бы еще не втерпешь. Неужели зрить положит? Или чего-нибудь забабахает из них какой-нибудь шедевр? Я не хочу ждать, пока помидорки могут заболеть. Я хочу, чтобы им свободнее, как-то свободнее отдышалось без этого груза. Действительно. Без этого груза. Натали пишет: Игорана, что за необходимость обрывать зеленушку? Дал бы им дозреть. А хотя в детстве мы ели зеленые помидоры из банки. Вкусно. Да, есть такие рецепты. Я вам, Натали, спасибо большое за комментарий. Да, есть такие рецепты. Ворока пишет: ржу не могу с Нижнего Рада. Думаю, кто как с Нижнего Рада. Оказывается, это с Нижнего Рада. Соберу. Мой блин насмешил. Книжек он не читает умных, а зря, типа в интернете написано на заборе. Горок тоже написано. Сходи, проверь. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха. Я бы сказал, что, знаете, на заборах всегда пишут слово из трех букв. Мир. Вот и все. Так, Марина Попольская пишет: Игорь, молодец, сколько не собрал помидор, все ваши, они дозреют. Согласен, спасибо, Марина. Так, Марина показывает: Игорь вырастил урожай. Я ленивый, у меня кроме травы и цветков ничего нет. Муж тоже не любит копаться в земле. Посмотри мои цветочки. Сплетники будут проходить мимо, проходите мимо. Кстати, красиво сделана дорожка, забор. Красота. Спасибо, Марина, за фотографию. Спасибо. Татьяна Иванова пишет: сыночка не умный. Да умный я, наверное. Ирина Гугаськова пишет: наверное, первый раз в жизни собирает помидоры. Почему ножницы не взял? Как огурцы, так и ножницами. А помидоры так рвешь. Да лень было идти за ножницами. Хотел сходить. Да не пошел. Инкогнито 7225 пишет: называется помидоры на заваленке. Чудо чудес. Ольга Чувакина пишет: очень интересный ролик. Правда, в кавычках. Да интересный ролик, без кавычек. Ольга просто пишет: ой, блин, в ленте сейчас Игорь вышел. Чего ползает и есть траву? Товарищи. Да это какой-то двойник. Ершов Наталья пишет: такой тазик надо с одного куста собирать. Все в ботву ушло. Ну, сколько есть. Татьяна Чей пишет: мамкина радость, папкина гордость. И сыночка кушает вкусняшку. Ну что, вкусная вкусняшка, леча, печенька, сгущенка и шоколад. Почему нет? Любимая пишет: такие зеленые помидоры полежат да покраснеют, но кислятину. Спасибо за комментарий. Ольга Олька пишет: так, надо нижние листья оборвать и помидоры поспеют. Угу. Инкогнито 2024 пишет: Игорь, надо самые большие собрать, а мелкие оставить. А ты все по-другому, как всегда, делаешь. Роса будет, все твои помидоры почернеют и выкинешь на помойку. Нормально будет. Вырастут. Дорастут. Ирина Терехова пишет: Игорёша, огородниками не рождаются, ими становятся. Умение приходит с опытом. Поздравляю тебя с урожаем. Молодец. Спасибо за положительный комментарий, Ирина Терехова. Анна Шихонина пишет: вот я о том же, надо листья нижние оборвать, и помидоры будут спеть. Анна Шихонина, спасибо за комментарий. Евгений Бежинар пишет: Игорь, ну молодец, какой-никакой урожай, но ты старался. Конечно, конечно, есть урожай. Какой-никакой, но есть. Дракула 67 пишет: а зачем сорвал зеленые помидорки, которым еще расти и расти? Чтобы сосед не украл ночью у тебя, да. Или вы их зелеными поешьте ради контента, ведь иных идей нет. Не будем мы их зелеными есть. Доспеет, тогда будем.
Юлия пишет, солнце не попадает, поэтому они не дозревают, зеленое. Спасибо за комментарий. Славина Мороз пишет, они еще не налились, жара, а ты снимаешь, умник. Геннадий пишет, ты же людей не слушал, если бы оборвал ветки, ненужные помидоры созрели бы уже. Понятно. Ольга Морозова пишет, нет, все-таки сынка не такой умный. Так, дальше что у нас здесь? Так. Ольга К. пишет, а зачем соседа поминать? Злой ты и сплетни к тому же. Да сосед там стоял. Сосед соседнего двора, соседней улицы, соседней земли. Вот так. Вера им пишет, все листья помидоры, оборви все листья помидоры, будут краснеть, тебе пишут, а ты все на своей волне. Спасибо за комментарий. Людмила К. пишет, а мама Галина что не подскажет сыночке, как надо выращивать овощи, в том числе и помидор. Сыночка самая умная, сыночка сам все знает. Людмила К. пишет, вместо веток оборвал зеленые помидоры, и не жалко, они бы выросли и покраснели. У них, видимо, аграрии продвинулись немного вперед. Людмила К. пишет, Игорь, что ж ты так тяжело дышишь, надо сходить к доктору. А что к доктору ходить? Кто о чем пишет? Стесняюсь спросить, а что больше, чем у соседа? Помидоры. Татьяна Б. пишет, не пойму, зачем зеленые помидоры собирать, что так нужно. Да, так нужно. Елена Бичевина пишет, крупные надо собирать, а мелкие оставлять, листья нижние надо обрывать, и они забирают много сил. Согласен, Елена Бичевина. Согласен с комментарием. Ольга Тарасова пишет, это что-то посадил в тени, не пасынка и собирает зелеными. Ты сынка умный. Вера У пишет, я Галине не удивляюсь, почему сын не скажет, зачем оборвал помидоры. Или по старинке в темноте место положит, положить дозреет. Дозреет. Вера У пишет, ботаник ты не очень хороший. Нормальный. Безника пишет, молодец, Игорь, великий тролль, пусть тетеньки обсуждают. Анна Попкова пишет, ё-моё, все помидоры зеленые оборвал. Наталья Хромова пишет, или Хромова, ну ты и не умный, зачем так над Нюшкой издеваешься? Я не издеваюсь над Нюшкой, это специальная шлейка для прогулки кошки. Кошек. И... Да, для чего же их тогда продают, они никак не вредят кошке. Евгения Блинова пишет, один вопрос, зачем? Главное, с таким умным видом все разъясняет, ну прям селекционер. Кому, зачем? Так, я ей объясняю, почему помидоры я срываю. Росинка пишет, куда стоять, рвать помидоры? Рано, листья сейчас обрывают до первой кисти. Я в шоке, ой, мамочки, не рви, рви листья, я в шоке, кто тебя надоумил? Эй, говорю, рви листья, рви. Росинка, спасибо за комментарий. Света Брянчикова пишет, ой, ты не умный просто, нормальный. Так, пропустил. Сколько я там уже с вами, 24 минуты. Росинка пишет, не могу на это смотреть, не могу на это смотреть. Светлана Брянчикова пишет, зеленое можно очень классно закрыть. Ну да, есть такие рецепты. Росинка пишет, люди, кто-то писал ему, что надо оборвать зеленые, зовитесь. Хочется спросить вас, зачем оборвать, советовали. Вас совесть не мучает, рвать листья сейчас надо, листья, шок у меня. Галина М. пишет, вот такие собирать нужно помидоры, а не зеленые. Спасибо, Галина М. за фотографию. Евгеша Климова пишет, супер! Такие помидорки у вас фигуристые, главное не переживай, если не покраснеют. Остальные 100% на кустах созреют. Согласен, Евгеша Климова. Спасибо большое всегда за положительные комментарии.
Всем отличного настроения, счастья, мира, добра и удачи. Я буду ложиться отдыхать. Пусть помидоры дозревают. Потом мы к ним будем готовить различные вкусняшки. Все, с вами был Санулик Красотуля. Всем мира, добра, удачи, всем пока-пока.